Ну, всех хотим, конечно, поздравить мужчин, мужчин Берска, своих мужей дорогих и любимых. Юру своего я поздравляю. Ты кого? Сашу своего поздравляю. Главное, чтобы никто не струсил. Да, когда да. что-то случится, все не прятались. И все, чтобы защищали да. нас. И служили, детей, не боялись. Матерей. Это очень важно. Да. Чтобы служили все, молодые, хоть кто. Как считаете, какой идеальный подарок в этот день для мужчин? И вот что вы будете дарить, чем будете радовать? Ну, разные есть подарки. Например, шапочка. Я в баню. Да, виски. Что, пусть будет, да. Пусть будет. Что сейчас можно подарить? У нас уже у всех все есть. Что ничем интересно. Не удивишь. Все. Стол накроем, мясо зажарим, шашлыки пожарим. Все, да? Стол накроем. Поздравляем мужчин с праздником. День защитников Отечества. Чтобы все у них было хорошо. Побольше здоровья, хорошего настроения. Мы на них надеемся. Чем будете радовать? Что будете дарить? Что будем дарить, это секрет. Всех мужчин поздравляю, желаю всем им здоровья, хорошего настроения. Главное, чтобы все это было у них в жизни хорошо. Что еще пожелать-то? Главное, мирного времени, чтобы никто никогда не участвовал ни в каких военных действиях. Хочется поздравить и мужчин, и брата моего, и зятя с Днем Советской Армии Военно-Морского Флота, пожелать добрых, ну, всего самого хорошего, здоровья, счастья, вот, всех благ, благополучия, ну и всех берчан тоже, всех мужчин Берска также. Чем будете радовать своих мужчин, что подарите? А, что подарим? Ну, я еще, правда, не сходила, не купила, но ну, порадуем, все равно что-нибудь вкусненькое приготовим, ну и, естественно, вот, подарочек какой-нибудь. Такой. Хочу поздравить своего мужа с праздником, с 23 февраля, пожелать ему здоровья, ну, конечно же, любви, взаимоотношений хороших, взаимопонимания. Также хочу поздравить всех берчан, всех с праздником, всех мужчин. Также что планируете подарить своему мужчине? Так как он у меня заядлый автомобилист, я ему соответствующий подарок подобрала для автомобиля подарок. Я желаю душевного равновесия, наверное, расположения, доброго расположения духа и сил моральных и физических всегда во всем. Что будете дарить, чем будете радовать свою вторую половинку? Ну, мы, наверное, вот с сыном подарим, что-то своими руками сделаем. А в том году чем поздравляли? Вот, какие обычные подарки? Ну, тоже мы что-то делали своими руками всегда, как-то так всегда. Мне кажется, это самый лучший подарок. Всех поздравляю, всех-всех мужчин, даже маленьких, даже взрослых, даже которые пойдут в армию, здоровья им. Небо голубого. Соседу 95 лет. 95. Вот я его поздравлю. Вот Шерстянин приезжал к нему, на колени встал. Поздравлял, понимаете? Он участвовал в Сталинградской битве. Мы его очень уважаем. Я бы хотела пожелать своему папе и деду, и одноклассникам, чтобы у них все в жизни получалось, и все было прекрасно. Я желаю, чтобы все мужчины были всегда здоровыми и сильными. А ты? Чтобы папа не был пробок и чтобы папа быстрее приезжал. Отлично. С работы домой.